На российско-финляндской границе искали зараженного коронавирусом. В международных пунктах пропуска Светогорск, Брусничная и Торфяновка прошли тактические учения по предупреждению завоза и распространению опасных вирусных инфекций. Порядок взаимодействия отрабатывали сотрудники Выборгской таможни совместно со специалистами Роспотребнадзора, медиками и представителями пограничного управления. Должностные лица ведомств, которые несут службу в пунктах пропуска, одними из первых контактируют с физическими лицами, пересекающими государственную границу. В нынешних условиях распространения опасных для человека вирусов сотрудники приграничных служб находятся в зоне риска. Мероприятия, связанные с проведением комплекса противоэпидемических совместных действий при выявлении больного с вирусной инфекцией, не исключающей коронавирус. По легенде, человека, потенциально зараженного коронавирусной инфекцией, в пункте пропуска выявил инспектор Роспотребнадзора. Водителя и пассажиров сопроводили на санитарную стоянку. После процедуры паспортного и таможенного контроля заболевших со всеми мерами предосторожности доставили в медучреждение. По завершении необходимых мероприятий защитные костюмы обработали дезинфицирующим раствором и уничтожили. Задействованные помещения продезинфицировали. Как сообщили в пресс-службе Выборгской таможни, по итогам учений все поставленные задачи выполнены, необходимые навыки отработаны.